Ну все, закуска из шампиньонов готова. Во-первых, выглядит она потрясающе. А во-вторых, на вкус она бомба. На скорую добавляю сливочное масло на максимальном огне, не нарезая. Добавляю шампиньоны. Только для этого дела шампиньоны нужно брать мелкие. Крупные не подойдут. Обжариваем их примерно где-то на протяжении 5 минут. Понадобится тимьян, листочки его, вот так вот будет достаточно, и покрошить. К грибам добавляю чесночок. 3 зубчика будет достаточно. Немножко соевого соуса. Соевый соус добавили. Добавляю розмарин. Добавлю перец, совсем чуть-чуть. Запах пошел превосходный. Также мне понадобятся листочки петрушки. Вот так вот будет достаточно. И мелко-мелко нарезаю. Спустя 3 минуты после добавление розмарина чуть-чуть посолить. И добавить петрушку. Еще буквально 3 минуты и закуска чесночные шампиньоны готова. Ой, она выглядит просто превосходно. Шикардосина. Ну все, закуска из шампиньонов готова. Во-первых, выглядит она потрясающе. А во-вторых, на вкус она бомба. Ой, ну это превосходно. Я умираю, люблю то, что готовлю. Как же это вкусно. Ой, прям на стол приготовить под закусочку — это великолепно, это шикарно. Поэтому я всем рекомендую, приготовьте. Делается это легко и просто, а очень вкусно. А всем, кому понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и впереди вас ждет много чего интересного. Всем пока!